Всем доброе-предоброе утро. Ой, лук резала. Вернее, не резала. Я тут фарш замутила. Вчера же он у меня разморозился на котлетке. А вот я туда добавила специи, яичко, манка и лук. Прям луковица такая большая. Она, гада, так жжет глаза. Ой. И вот плачу. И зову. Куда теперь мне эту шоколадную пасту девать, ума не приложу. Да. Ну ладно, буду завтракать сейчас, делаю себе тостик или запеканку сожрать. Запеканку съем. С кофеечком, ну, с кофейным напитком. А котлетки? Ой, лук ядреный, твою дивизию. Поставлю в холодильник, чтобы он там, они там мариновались. Мы сейчас с Чарли пойдем гулять. У меня там машинка стирается. Ой, а сегодня Рождество. Сегодня, наверное, нельзя стирать, да? Ну, это не я же стираю, а машинка. Вы знаете, и раньше мне бабушка всегда говорила, что по праздникам нельзя стирать. По, именно вот по церковным. Вроде как вся эта смывшаяся вода грязная попадает. Ну, так она мне говорила, на тот свет. И твои родители, у меня же родители погибли очень рано, пьют эту воду, типа, плохую. И вот я с детства все это еще помню и стараюсь по праздникам не стирать. Но, знаете, мне кажется, я так сделала вывод, что это не актуально в наше время, потому что мы же не сами стираем, а машинки стиральные, поэтому как бы я так, в общем-то, в принципе, и никакого участия в этом не принимаю. А вы мне расскажите, пожалуйста, вам где говорили такие приметы или как сказки, или что это такое, я не знаю даже. Ну вот у меня так в голове отложилось. Это не повесим. Мы повесим сюда. И чутью-мучи тебе дать. У тебя чути-то нет, придется сейчас в Меркадон уехать. Сейчас мы с тобой погуляем, а потом я тебя дома оставлю и в Меркадон поеду. В общем, я не знаю. Как бы в приметы я особо не верю, да, но в этом как-то, ну, а вдруг правда, как говорится. И не хотелось бы своих родителей поить водой из стиралки, да. Ну, не знаю. Вот у меня какой мешок мусора, посмотрите, там одни коробки от подарков. Вот, и надо все это выбросить сейчас. Ну, сейчас я и выброшу. Когда пойду гулять, а это произойдет буквально через секунду. Я уже с Чарли погуляла, поэтому перепарковала машину. Я в новогоднем, в рождественском свитере. Джинглс бэйн, джинглс бэйн. В общем, сейчас пойду. У меня одна затея, знаете, есть. Но, по-моему, она у меня не удастся. Не воплотиться в жизнь, потому что я, по-моему, все закрыто. Ну, кроме больших супермаркетов, я так думаю. Ну, если не удастся. В общем, если авантюра удастся, вы увидите. А если не удастся, то ну, на этой неделе обязательно все получится. Надо обязательно очки взять. На улице тепло невероятно. Чу-чу кушает. Он, наверное, не думает, что я увожу. Вот. Невероятная теплота. Ну как, знаете, без... Вот так вот хорошо. Даже вот эту можно заменить было бы на какую-нибудь другую жилеточку, что я и хочу поискать на скидке. Так, какие же у меня очочки одеть? У меня что, сколько? Очочков вон сколько. Конечно, их так нельзя хранить, но здесь супер дорогих очков нету, поэтому и так пойдет. Вот эти одену еще. И так пойдет. Машинка достирывается, но не буду ее ждать. Неохота. Ключики. И пойду, может быть, получится совершить авантюру. А может быть и нет. Не знаю. Ну, посмотрим. Так что не отсоединяйтесь. Будьте на связи. А еще у меня сегодня радостная новость. Я сегодня на весы встала. Хотя очень боялась, потому что, знаете, в последнее время... Мое утро начинается с взвешивания. И как не встану в последнее время, 100-200 грамм больше. Да что ж такое, а? Или на одном месте стоит.
Вот. И сегодня такая, я вчера ж 3 блинчика съела. И 2 шоколадные конфеты сожрала. Ну, знаете, я с этими с резинками как дурочка сижу и занимаюсь. Вот, и на скакалках нет-нет, поднимусь да попрыгаю. Ну, я вчера и прошла нормально. Ну, в общем, неважно, у меня все в голове только отложилось, что я 3 блинчика сожрала. Помимо нормальной еды. Вот, кто-то потерял одежду, у кого-то слетело с балкона. Ну нет, встала сегодня -1 килограмм. Так что спорт дает свои результаты. Мир, спорт, жвачка, как говорится. Нужно заниматься. Смотрите, какие красивые балкончики. Но он здесь совершенно не кстати, потому что здесь всегда холодно. Нет, ну всегда зимние месяца, которые длится буквально 2 месяца, да. Солнца нету, вот. Но вообще у нас вот на нашей зоне лучше не солнечная сторона. Потому что лето длится, не знаю, 8-9 месяцев. Потом осень теплая. То есть холодно бывает месяц-два. И летом невыносимо жарко на солнечной стороне. Ты там умрешь. И больше денег за свет отдашь с кондиционерами, чем с отоплением. Я сегодня ночью включила этот свой обогреватель. И нормально было. В носках, которые мне Таня подарила, за что ей большое спасибо. Они такие мягенькие, такие классные. Не те, которые мне вчера подарили, потому что они очень толстые. Но это более даже как тапочки, чем носки. Вот, а вообще я рада, что сколько мне подарков надарили. Я даже не ожидала. Как говорится, мелочь, а приятно. В принципе, народ тусуется на улице-то. Не знаю, будет что открыто, не будет. Мы же сегодня планировали на шопинг пройтись. Но, как я уже говорила, муж машину, которую вот купил, там техосмотр нужно проходить. А я, кстати, в новых сережках, смотрите. Смотрится ничего, да? Ну, в общем, у кого он машину купил, он ее, не пользовался. И техосмотр был не пройден. Нужно техосмотр пройти. А ведь там всегда очередь на этот техосмотр. 2-3 дня нужно сюда заранее. Вот в четверг пойдет. Мы не умещаемся все в обычную машину. Мы с Викой хотели. А у Вики там и мама приехала, и сыночка, и муж. В общем, 7 человек. В машине всего лишь 5. 5 в моей, 7 в другой. Так, ну что, смотрим. Блин, закрыто все. Маленькие магазины, которые, они закрыты. Дедушка рядышком с бабушкой. Ладно, хватит, буду болтать. Блин, а что, мне вам шопинг не покажу, что ли? Так нечестно. Вот, кстати, пока с вами болтала, до центра дошла города. И все, пустота, все закрыто. Видите? Все закрыто. Ладно, пойду тогда. Ох, какой голос, как у моего Чарли. Открыты только китайские магазины и марокканские эти. А, не, вот эти сумки тоже открыты, скидки начались. Ну, в общем, что-то открыто, что-то закрыто. В общем. Пойду за хлебом в Лидл. Раз мне не удались, я хотела сегодня подстричься. Блин, с таким этим везде облом, как говорится. Ну ладно, что делать? Ничего, пойдем в Киаби там. Посмотрим, глаза попродаем. Вот этот китайский, видите, он открыт. Ой, а что по путеве закрыто? Ну и что вы думаете, как и шаг иду? А идти мне 2,5 километра. Пипец. Тут сумка на плече висит сумка. За хлебушком сходила. У нас, знаете, что-то как-то сильно подешевела клубника. Буквально 4 евро килограмм. А даже в том, там вот фрутерия одна, 2 с чем-то килограмм, представляете? Ну, туда переться до нее. В общем, ай, купила себе одну такую вещь, которую давно искала. Сейчас приду, вам все покажу. Так что не отлучайтесь. Еле дошла, но дошла. Значит, смотрите, клубника пахнет просто обалденно на всю сумку. Ну, в сумке была салатик такой. Вот сейчас буду делать макарошки с котлетками. Захотелось классики, макарон с котлетами. Это же вкусно. У меня макароны такие цельнозерновые или какие-то там, ну, в общем, необычные. Вроде как не сильно от них жирнеют. Вот такой салатик взяла, естественно. Без салата ж куда? Хлеб мой любимый черный. Обожаю хлеб, только черный. Вот такую дольку беру. И мне, представляете, насколько его хватит? На месяц целый.
холодильнике храню, с ним ничего не происходит. Это мужу. Он такой хлеб, ну, ест, когда нет другого, но он любит вот такой. Это я ему в подарок купила наушники вот такие. Наушники. Когда телевизор смотрит, например, или там компьютер, чтобы меня не мешать, надевает наушники. У него старые те поломались все от телефона, по-моему, моего. А новые у моего телефона, они какие-то там навороченные, какие-то там согнутые. Они, в общем, ему не подходят. Он говорит, мне такие не надо. Ну, вот я сегодня в Lidl пошла, там вот такие вот наушники привезли. Думаю, купить надо. Сыр для сэндвичей тоже. Это тоже не мне. Орешки мне. Орешки я люблю. 4 хурмы. Смотрите, у меня от фруктов вообще ничего нету. Смотрите, вот, вот что я купила. Вот что я купила. В Алькампу. Благодаря вам я пошла, изучила этот вопрос. И там была одна сковородка, которая не подходит для плиты индукционной. А это, да, подходит, потому что на ней написано. Это вот в Лидле чек 16,86. Не рустик. А хлеб, хлеб вот этот маленький, кругленький, 8 копеек стоит, представляете? Фисташки. Ого, фисташки почти 5 рублей. Ну, вот так вот. Видите, клубника. Полкило, 2 евро. Ну вот, в общем, я тут посмотрела, и вот подходят для индукции, для витро, или газ, и электрической. Ну, вот самое главное. Так что надо опробовать, так как вчера у нас родственники половина остались без... Без этих. Ну, вернее, малышня поела, им хватило, а взрослым не хватило. Малышня прям они сели, они уже знают, они сели такие за стол. И давай. С этой. И вот я им думаю, в воскресенье тоже напеку. Сама себе съем парочку. Ну и сковородку опробовать надо. Так, надо кефир, муки у меня нет. Вообще, по идее, мне нужно прям закупиться. Знаете, у меня ни муки, ни риса нет. Вообще вот всего такого. Но это уже пешком туда надо на машине ехать. Я и это-то еле доперла. Хотя у меня там я еще купила вот такой вот мужу тоже подарок. Я ему сейчас звоню, говорю, тебе тут короли привезли подарок. Я говорю, он такой, какие короли? Я говорю, ну какие короли? Магические. Он, а что привезли? Я говорю, что осталось, то и привезли. Ой, смех и грех. Ну, вот такую, как бы, как она называется. Судадера здесь называется, видите, с карманами. Тепленькая. Тут она на это, как называется, фирса, что ли? В общем, тепленькая такая. Ему вот такие штуки нравятся. И горло, чтобы было закрыто. Вот он себе вот так сделает, будет закрыто. Сейчас я это все в мусорный мешок положу. Эти, как их называется, наушники вот этой. Пускай смотрит. Ой, да это просто надо. Вот я и купила. Ладно, пойду я кушать готовлю, готовить. А то время уже почти 1:30. А я-то ем рано. И кушать-то хочется. Просто я так устала, я прям пришла, вся мокрая. Прям улеглась. И все, полежала немножко. А теперь пойду жарить котлетки. Котлетки я люблю немного добавлять воды. Лавровый лист. И это, как его называется? Перец горошком. И немножко вот так их потушить в водичке. И будут как будто соус. Вкусняцкие, страсть. У меня уже макарошки вовсю варятся. А я белье вешаю. Машинка постиралась. Вот бегаю туда-сюда, туда-сюда. Котлетки переверну, спускаюсь. Водички подлить. Поднимаюсь. Ой, на клубнику у меня прям на нее. Смотрите, какая. Кстати, шла мимо фруктового магазина. Хорошо, что я в Лидле купила клубнику. Уже не было там, представляете, всю расхватали. Обалдеть. Ну, что-то она прям резко подешевела, очень странно. Вот так, ладно, пойду довешивать белье. Вот мой обед. Тазик салата и макарошки с котлетками. Ням-ням. Всем приятного аппетита. Пока помню. Ой, надо вкусняшку взять соседской собаки. За белье снять. Вкусняшку. Пока Чарли там ест. Свою я ему дала. Мы когда домой заходим... Мы всегда вкусняшку даю. Вот.
пока он там ее кушает. Смотрит на меня. Собачка. Маму. Сейчас он прибежит 100%. И белье заодно сниму. Где же ты? Где? На-на-на-на. Какой-то странный вот этот прям. Как палка, штырь какой-то. И эти листья выросли. А это какой-то штырь растет. Странный. О, он уже здесь. Вчера вот так мандыкнулся. Одна вкусняшка. На. Вкусняшку. Вкусно? Ты моя сладкая рыбка такая. Чего, больше нету. Уже покупать надо вкусняшку. Смотрите, какая. Красота у нас, да? Попрыгать, что ли? Хотя я только с прогулки вернулась, но почему бы не попрыгать? Да? Сиганем. Главное, чтобы крыша не проломилась. Вот мыло посуду, а тут еще 150 кружек, 150 всего. Этот спит, отдыхает. И все, еще хоть вставай за станок и мой. Вот гора и вот клубничку помыла. Посмотрите, какая прелесть. Это вкуснятская вкуснятина. Еще сварила себе яйца. Что-то мне яйца захотелось. Яичко сожрать. На завтра, наверное. Так просто с солью. Дома надо отварить. Себе немножечко. Опять посуда гора. Ну, посмотрите. Только помыла, опять гора посуды. Ну, твою дивизию. Ладно, пойду клубнику есть. За ваше здоровье. Удивительно, но зимой она намного вкуснее, чем летом. Хотя выращивается в одном и том же месте. Выращивается она в Ольве, Уэльва. Это город на юге. От нас где-то часа 2,5-3 часа езды. Вот. Но факт остается фактом. Зимой она намного вкуснее. Ладно, продолжаем дальше просмотр сериала и поедание клубники. Все, друзья, заварила себе чай вишневый. Вишневый и вот такой релакс. А, нет, это валерьянка. Что-то она мне не особо помогает для спанья. Знаете, ни для нервов, ни для спанья, ни для чего. Ну, говорят, что валерьянка, она накопительная, и пить ее надо постоянно. Ну, я уже сколько пью-то? Месяц, наверное. Не знаю, это, наверное, как мертвым припарк. У нас церковь, колокола. Служба, что ли, начинается? Рождественская служба наша вчера была вроде бы, да? В общем, не знаю, колокола почему-то звонят. Разбираю тут посуду. Вот. И сейчас уже будем включать что-нибудь по телевизору. Какое-нибудь кино посмотрим. Завтра уже всем в школу. Детям, я имею в виду. Ну и учителям. Вообще завтра за все заканчиваются у всех каникулы. Начинается рабочая неделя. И все, праздников теперь у нас не будет до 28 февраля. Это будет день, как это, день Конституции, по-моему. Или день Андалусии. Нет, день Конституции, по-моему. Это будет четверг. Я уже все праздники знаю. Ой, мои клиенточки мне все рассказывают. Мои клиенточки. Мои любимые, мои хорошие.
Ой, ну наконец-то у меня хоть этот интернет есть на работе. Будем теперь можем свободно плавать по сетям. Ладно, буду с вами прощаться. Вам, наверное, не интересно, как я тут посуду раскладываю. И будем с вами до завтра прощаться. Всего вам наилучшего. Пишите комментарии, что у вас там происходит. Обратная связь будет у нас с вами. Ой, не побить бы ни хрена ничего. Что-то не лезет, всегда лезла, не лезла. Ладно, попрощаюсь и буду доделывать. Всего вам самого наилучшего. Ой, я смотрю, все там в Ютубе, у всех снега идут. Так классно вообще. Ну, не у всех, наверное, но вообще. Вот я где снега прям не насмотрюсь. Так классно, вообще здорово. Знаешь, у нас тоже днем хорошо, когда по морю идешь, тоже прям думаешь вообще. Я, ну, когда на море смотрю, оно бесконечное. Это же, знаешь, какая красота, да, природа придумана. В общем, ладно. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Всем пока-пока. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fear.